Заходи в лавку Белитора на рынке. Я работаю с мамой. Фрукты, овощи продаем. Работать, в общем, но иногда трудно. Да будет постель твоя теплой, а трапеза вкусной. Счастливый час мы встретились. Чем как высоко вздымаются горы Скайрима. Тебя никто никогда не заметит. Пусть дорога приведет тебя в теплые пески. Что-то нужно? Товарный вопрос. Ибо мы далеко от дома, а земля эта холодна и жестка. Мудрый торговец всегда ищет возможности, даже если для этого приходится ехать за 3-9 земель. А в Скайриме и впрямь масса возможностей. Война и драконы отпугнули многих других торговцев. Но храбрые получают богатую прибыль. Погляди. Надеюсь, мы еще поторгуем. Thank you.
ненавижу лучников. Не так все плохо. Как тебе сюда занесло? Я здесь потому, что не могу смотреть спокойно, как люди Ульфрика раздирают страну на части. Хотя родные и не одобряют мой выбор.
знает, что там внутри. Похоже, те еще фрукты. Не болтай, нам платят не за трёп. Как найдут, что они там ищут, так сразу уйдут, а мы получим денежки.
Хотя, наверное, мне еще стоит сказать спасибо, что ты меня не бьешь. Я из одержимых. Я бы умер от чумы год назад, если бы не помощь Берияне. Может, хватит уже пялиться на уродство? Хотя, наверное, мне еще стоит сказать спасибо, что ты меня не бьешь. Я из одержимых. Я бы умер от чумы год назад, если бы не помощь Периайта. Я возвращаюсь в Хайрок. Наш пастырь сбился с пути, и я боюсь, гнев Периайта обрушится на всех, кто останется с ним. Кеш знает куда больше. А лично я просто хочу убраться из Скайрима, и как можно скорее. Мы с тобой чем-то похожи. Это здорово, что мы встретились. Доброго пути. Зачем ты это делаешь? Да. И что же тебе понадобилось?
У меня и так полно проблем. Не создавай мне новых. Твои угрозы меня не напугают. Пошли. Ну давай, посмотрим, чего ты стоишь. Дерись, дерись! А ты крепче, чем кажешься. Твоя взяла, ничего не скажешь. Ладно, я все сделаю, только прошу, оставь меня в покое. Мира и процветания,
Вот чего хотят добрые люди Рорикстеда. Секрет? Да нет тут никакого секрета. Все очень просто, мой любопытный друг. Наше процветание – результат тяжелой работы, удачи и благословения богов. Вы знакомы с Рориком? Ему принадлежит эта земля, в его честь и назвали деревню. Мы уже много лет дружим. Рорик сражался за империю в Великой войне. Он получил серьезные раны, и его принесли ко мне. Я тогда был целителем. Мы были друг другу как братья. И когда Рорик вернулся домой, я поехал с ним. Какое счастье стариться рядом со своим лучшим другом. А как ты думаешь, мы всего лишь крестьяне, а не воины? Печально, что драконы возвращаются именно сейчас. У нас не хватает стражников, все на войне. Ладно. Удалось ли что-то выяснить о нашей цели? Она не может скрываться от нас вечно. Если тебе что-то нужно в Рорикстеде, сначала поговори с Жуаном. Пока нет, но всякое может случиться. Большинство воинов владения забрала война. Слишком мало людей осталось для защиты дорог от мародеров и диких зверей. Война продолжается, запасы иссякают, и наши поля и полные амбары остаются лакомой добычей для отчаянных людей. Все, что нам остается, надеяться на скорейшее окончание конфликта. Чем дольше продлится война, тем хуже будет всем нам. Да, это так. Посмотри вокруг. Большая часть этой земли принадлежит мне. Я купил ее, пока мои товарищи сражались на юге, помогали империи в войне с Альдмерским доминионом. В те времена тут ничего не росло, и земля была дешевой. Теперь, благодаря тяжелому труду и благословению богов, наши фермы процветают. До встречи. Удалось ли что-то выяснить о нашей цели? Я беру только звонкой монеты. Взаймы не даю и обменов не принимаю. Погляди! До встречи! Удалось ли что-то выяснить, Ан?
становится все меньше и меньше. Я все еще здесь. Веди. Что это было? Новая рука коснулась знака. Слушай, слушай меня и повинуйся. Нечистая тень проникла в мой храм. Тьма,
которую ты уничтожишь. Возврати мою путеводную звезду на гору Килкрит. И я сделаю тебя чашей, несущей мой очищающий свет. Я тебя прикрою. Ладно, что мне понести? Показывай дорогу.